А он же здесь умер, да, по-моему? Нет, он умер в Париже, но завещание писателя, я говорю, И в Сан-Лоран? Да. Он же болел очень тяжело, ему климат Марокко очень тяжело. Он открыл света как раз в Марракеш. Да, мы еще едем. И потом по старому городу. И может посетить за день. А вот эта площадь, да, как квадрат площадь, да, там где вот... Нет, примерно, да, квадратная. Непонятная форма. Но я почитал, что там когда-то там смертные казни проходили. Ну да, так переводится название Джами Альфнах. Да. Просто отрубленных. Да, да. И что в 70-х годах сюда хиппи приезжали для того, чтобы покурить, как это называется, ну, марихуана. Гашиш. Да, гашиш. Марокко один из крупных поставщиков гашиша. До сих пор? Здесь разрешено, что ли? Ну, недавно, полтора года, прошел законопроект в парламенте, медицинских целей. А, ну как в Америке, Употребляется. Как тебе Марокко? Марокко прекрасен. Привет, мы отправляемся на экскурсию сейчас. Погодка шепчет, солнышко светит. Вообще нам повезло с погодой, потому что в это время здесь обычно идут дожди. Шикарная погода, и мы выдвигаемся на экскурсию по Марракешу. Самая длинная улица в Марракеше, 12 километров. За это статья полтора года? Да, потому что была вот девушка по рынку, ходила там, ну, в юбке, не мини-юбка, ну, просто вот, чуть выше колен. И один просто подошел парень, не подняли юбку. А там следили, подключилась полиция. Садили? Да, потому что никто не имеет права на правосудие. На недвижимость высокий. Аренда квартир. Аренда, смотря в каком регионе. То есть, допустим, в центральных вот этих регионах, кварталах, примерно 500-600 без мебели. В месяц? Да. Не, Марракеш один из дорогих курортов. Мы приехали куда? Музей Ив Сен-Лоран. Мы приехали в музей Ив Сен-Лорана. И в Сен-Лоран, когда он родился в Алжире, тоже в городе Уран, когда ему исполнилось 17 лет, он поехал во Францию, потому что не было, как называется, границ между Алжиром и Францией, потому что это территория французская. Он там поступил в училище высших искусств. И первый год он выиграл первый и третий приз от журнала Vogue. Его редактор журнала Vogue познакомил с Диором. Он работал на Диора 2 года. И за 2 года он выпустил 18 коллекций. Когда умер Диор, его наследники, они не продолжали контракт с Ив Сен-Лораном. И в 1972 году он открыл свой дом с помощью своего друга Дюбержи, Пьер Дюбержи. Они, кстати, сочетались с браком с этим другом. В 2002 году дом Ив Сен-Лоран прекратил свое существование. И последние годы он проживал практически вот в Марракеш. Его подруга была Китрин Дунов, она часто к нему приезжала. И выкупил этот сад Жак Мажоре, поскольку здесь климат очень оздоровительный. И решил переехать и основываться в Марракеш. Сад почти стал брошен. Его спас как раз Ив Сен-Лоран. Выкупил и сохранил функции за этим садом. И купил участок, и открыл, и построил свою виллу. Называется вилла Оазис. Мы сегодня туда поедем. Да.
73-й, Машке 85-й. А что такое было? И авторитетчики. Это 85-й, это моя вторая жена. Это 73-й, первая жена. И я 70-й. Снимать, но я кое-что снял, поэтому можно будет что-то увидеть. Кирилл выбирает брелочки. Ну, сколько вот стоит брелок? 21 евро? У Кирилла, кстати, вот никто об этом не знает, факт, что Кирилл, между прочим, коллекционирует брелки. Как это? Знает? Я об этом говорил везде. Да, 250 штук. Брелки. Сколько у тебя сейчас? 280. 280 брелков. Ты не хочешь открыть брелковый музей Кирилла Андреева? Такая змеюшечка, которая она довольно-таки тяжелая. Стоит 4500 дирхам. Это 400 евро стоит такая. Метров 50. Зайдем. Это парк называется? Как это? Да, называется в честь основателя Жак Мазарин. Это его вилла, ателье. Сейчас мы все пойдем сюда. Да. Удобный на кактусе? Называется индийская фига. Индийская фига на кактусе, да. Можно апунцы. Или апунцы. Ну что, как тебе, Андрей? Мне нравится. Сочи напоминает? Слава богу, нет. В общем, городская мечеть в Марракеше строить нельзя. Поэтому все здания максимум 5-6 этажей. Сейчас мы купим билетик, обязательно по улице, в принципе, можно пройти себе в маске, но когда мы ходили в музей или сейчас ходим в сад, в маске надо поделиться. Это вилла, да? И Сан-Лоран. Да. Она была. Это она вон там, за забором. Вилла участок рядом с парком. Вот буквально вот здесь за забором. Я построил свою виллу. Называется вилла Оазис. Вилла называется Оазис. В общем, Сан-Лоран молодец. Спас парк и сделал очень много коллекций здесь в Марокко. Это территория виллы в Сан-Лоран. Вообще вот за последний год ни разу не были открыты. Сегодня, на удивление, открыли вот в честь вашего Червячки, кактусы, червячки. Декоративные пальмы, которые цветут раз в 30 лет. Обычно вилла в Сан-Лоран, она закрыта. Сегодня к нашему приезду день открытых дверей. Представляете? Вот это везение!
мы едем на площадь Джама Эльфма. Так? Джама Эльфна. Как правильно? Джама Эльфна. Джама Эльфна. Очень маленькие улочки, и там вообще не работает Google Map. Очень много происходит таких ситуаций, когда туристы теряются, а местные помогают им, а потом требуют очень много денег для того, чтобы вывести их на большую землю. Сейчас вот здесь. Да, мы здесь. Мы пройдемся через базар и выйдем на площадь Джам Эльфна, вот который ты спросил, и к Мешхед Аль-Кутуби. Это мы заходим уже в старый город сейчас, да? Да, мы уже в старом городе. Каждая династия придет в власть, она уничтожает все достопримечательности, которые остались. Кроме религиозных сооружений, потому что считается большим грехом. Конструкция главная старых городов Марокко относится к эпохе правления Мухаммеда III. Это 18 век. Ну и Мухаммед VI тоже сейчас проводит реставрацию. Вот, очень много работ делается в старых городах. Дворцы, которые сейчас находятся на посещении, в том числе и дворец Паша, дворец Бахи, они были построены при нынешней династии, то есть смена власти не было, поэтому они сохранились. Начинаем коллекционировать. Из серебра 925. Бенгальские украшения? Да. Soft like this, or do you make it like this? Это другой магазин? Да. Окей, thank you. Пойдем к Кослику. Казан. Точка, в которой можно купить все, что угодно. Все, есть все. Все есть здесь. Я продолжаю искать телефон. Вот это прикольно. Поедем. No, sir, I show you a test for silver for you, not a sterling silver. Right, тест делаю. Yes, you take this in. Photo. Знал, я имею крылья стон и метод. Здесь, здесь, подалеку пошел. Вот здесь. Да. Проверка. Это сервер. This is not server, this is metal. Ничего, они одинаковые. This is server, but with nitric, acid, the metal is going and the silver instead. Кислота нитрит и выявляется по-разному. Таким образом проверять можно это серебро. Как тест на ковид, да? Да. Hands. And the ring. О, это серебро. Ring and the hand. This is metal. The metal is going. Это 70 долларов, 50 долларов. Вот это 70? Это полтинник. 50 долларов, это 70. Ну, он говорит, давайте хотя бы 110 за два. Да за 100, за 100 надо отдать. За 100 не отдает. Камельбор. Кост. А кость с... Это здесь копер, а не метал. Вау. Супер, ничего. Вот, посмотри, какие надо носить. Смотри. Ну что, Андрей, ты первый, кто у нас купит что-то, давай, в старом городе. За полтинник. За полтинник. Сундук, красивый сундук. Купить себе сундучок, но сундучок стоит 700 евро. Сейчас попробуем. А я купил. А ты купил? Сколько это? Это 50, это 70, но я торговал. 175 минут. Торговаться надо. А что это такое? А вот это здесь. А, это бусы, прикинь. Это бусы. Да? Это вырезаются бусы. Вот, ага. Из-за этого. Классно. Круто. Прикладной творчество. Посмотри, для салфеточек какие вот. Вау! Wow.
Офигеть, ногой. Представляешь? Он резец держит. И проточек вот такие штучки. Класс. Вау. One minute and... magic. О, oh, thank you very much. Смотри, мото готово. Одна минута. Одна минута. This Black and Decker robot. Смотрите, какая крутая штука. Короче, я купил шахматы себе. Вообще, купил шахматы за... Они стоили 50, а я купил за 35. Караван-сарай, то есть отель. А, да, я был в Баку в караван-сарай. Потому что богатство... О, да, я был в таком. Они останавливались со своими мулями, ослами. И они жили на верхних этажах. Жили вот бедные люди, они свою продукцию реализовали в городе и закупали, что они могли сами производить. Я знаю. Да, то есть ткань, воск. И в каждом старом городе обязательно есть много таких караван-сараев. Да. Он оберег. Если с глазом это мусульманское, если с Давидской звездой это еврейское. У евреев тоже считается это амулет, вот, как оберег. Но отличается тем, что посередине у мусульман глаз, это ас-глаз. У евреев это Давидская звезда, шестиконечная. То есть есть у нас министерство, называется министерство артизана, это народный фронт, ремесли и социальная экономика. Вот это министерство, оно занимается вопросами тех людей, которые заняты таких народных промыслов. То есть у нас 10% населения трудоспособны, занимаются разными профессиями, которые получали от своих предков. Да, ремеслом таким, да, Семен? Это был дом, а сейчас это ресторан, да? Потому что марокканские дома, они всегда имели внутренний дворик, куда выходили все окна. Потому что мусульманским женщинам, да, не разрешалось выходить из дома. Поэтому все окна выходили, внутренний двор, ага. И называется по-марокканский риад. Женщинам нельзя было выходить из дома, получается, да. Это их дворик был для гуляний, да? Да. То есть они могли только по территории дома гулять. У евреев нет, у них двухэтажные дома с балконами. То есть женщины и еврейки, они могли вот через балкон позвать своего Абрагама на обед. А арабские женщины, поскольку в ислам многоженство, четыре жены, положено по закону. И сколько душа пожелает наложниц. То есть наложниц не ограничено. Очень удобно, да? Но сейчас это отменилось, конечно. Обидно, да? Мне нет. Евро. Бербелка не всегда вот тату вот делали. На подбородок, вот, да, вот эти, да? Подбородок. Вот, вот такие вот тату. Да. Это берберка, да? Да, а вот невеста из арабского региона, очень много золота. Потому что у арабов, вот, я вижу, да. Благополучие, да. Вот они носятся на мопедах, конечно. Девочки идут в школу из старого города, пожалуйста. На образование сейчас очень много денег тратится из бюджета. Потому что процент безграмотных до сих пор остается у нас один из высоких. Да. А вот смотри, Андрей, смотри, какая ванна. Вот такую домой бы, да? Thank you.
А для чего это? Что это такое? Это пуф, это как... А, туда набивается? Да. А, то есть туда можно что-то закинуть? Вот ты забиваешь, и будет пуфик. Сейчас продается вот, как называется, поролон. Да, да, да. Да. А, псинтепон туда забил. Псинтепон, да. Вот, и сел. Кофля он кофля. Класс. Вот воды, талема. С вышивкой, то есть. Тут талема. Простой, вот так вот. Угу. Торгуйся, Андрей. Я. Энтеме. Кайф. Бери второй. Секс энтер, ялла. О, Кирилл где? Это что, специи здесь? Кирилл, что ты смотришь? Это ты брат мне или не брат? Кирилл, скажи, ты хуя или не хуя? Хуя, хуяк. Это брат. По-марокански. По-марокански. Хуя. Ты мне хуя или не хуя? Вот марокканцы. Вот в таких чанах красят ткани. Это шерсть, они ткут ковры. Такими же красками красят кожу и потолки. Нет. По-марокански СМЕ. Леон, Леон. А по-марокански СМЕ. СМЕ, это слушай. СМЕ. СМЕ, это лев. СМЕ, лев. СМЕ, СМЕ, не забудь. СМЕ. Мы ставим на плиты. Маши бхал мада, да ли? А этот нет? Да. На маленьком огне. Мы все завариваем на маленьком огне. Euros for this one, я вам. Имел уровень. Yours. Видите? 140. You like small one? I have small. Это бронза. Волшебная лампа Аладдина. Ты оптом берешь платки? Да, 20 платков. Фабрика платков Кирилла Андреева. Но, а музыканты, чем на музыканты, это музыканты. Как она называется? Как это? Кошек дураков. Серьезно? Пройди, ни одного умного не встретишь. Одни братья. Площадь Джамиа аль-Фана. В переводе это площадь отрубленных голов. Здесь казни, здесь казни, здесь казни происходили. Так что пока не стемнело, пойдем отсюда. Где, собственно, когда-то происходили казни. Отрубали все конечности. Сейчас это главная площадь, на которой, в принципе, постоянно здесь происходят какие-то мероприятия, поют музыканты и ярмарки. Вместе собираются палатки, зеленый вот тент, и предлагают разные деликатесы. Мозги барани, мясо головы. То есть вечером здесь очень много таких забегалов, где можно прийти и перекусить. Днем в основном заклинатели змей. Они там и женщины, которые предлагают хно. Хной рисовать татуировки, да. Вот площадь Джамиа аль-Фана вошла в наследие устное ЮНЕСКО. Да, да, да. То есть, потому что здесь очень много рассказчиков, которые рассказывали разные истории. То есть источник информации у жителей города Марракеш как раз на этой площади. То есть приходили, они слушали, как эти люди зарабатывали. Они создавали интригу. Хотите продолжать? Да, да, хотим. Скиньте по монетке. То есть пока не скиньте, я не буду продолжать. И как концерт Иванушек. Хотите продолжать? Когда киньте монетку. Приближается закат, они сразу говорят, а продолжение будет завтра. То есть как сериал. И люди приходили на следующий день, да, и продолжали вот... Конечно, очень колоритно. Оно очень много к тебе, конечно, пристают. С обезьянами, со змеями. С обезьяны пристает. Я уже не реагирую. Здесь очень много обезьян, они везде ходят. И они тебе обезьянку эти дают на руки, а потом все, ты уже никуда не уйдешь, должен заплатить. Также здесь предлагают сделать татуировку из хны. Хной татуировку предлагают сделать. И сегодня, кстати, в Марракеше день кускуса. День братьев сегодня, день братьев.
И поэтому сегодня все кушают семью из одного, да, из одного блюда. Из одной тарелки все семьей садятся, из одной тарелки кускусят. В общем, все вокруг большой семьи. Итак, мы долго гуляли, сейчас пришли на главную площадь и зашли в ресторан под названием... Как называется ресторан? Аргана. Аргана. Всемирный праздник, день братьев. Отмечается только в Марракеш по пятницам. Поэтому сегодня мы заказываем кускус. Это пятничное блюдо. Будем кушать с одной тарелки. Так, будем заказывать кускус. Стоит 100 дирхам. 100 дирхам – это 10 евро. 800 рублей. В Марокко надо пить только чай. Класс. Thank you. Так, что нам привезли? Что это у нас? Салатик с тюлькой. А это что у нас такое? Это что? Марокканский. Марокканский салат, да? Как он называется? О, и Кирилл на всех. Так, вот, как называется это блюдо? Это паджин. Кускус, да. Началась наша экскурсия по Марракешу, и наш друг Хасан, который сегодня с нами был. Это сегодня один из радостных моих дней в туризме, потому что я не мог ждать, если кто мне до этого сказал, что встретишь с группой Иванушки. Это, кстати, одна из моих любимых групп 90-х. Спасибо большое. Спасибо, ребята. В общем, будете в Марракеше, звоните только Хасану. Пока.